Развитие опорной сети автодорог – один из приоритетов нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Это федеральные и региональные трассы, формирующие транспортный каркас. По ним движется большой поток машин, грузов и пассажиров. Сегодня общая протяженность дорог опорной сети составляет 140,5 тысяч километров. Из них 66 тысяч 200 километров федерального значения и 74 тысячи 300 километров регионального значения. Наконец, с 2023 года к нормативному состоянию привели 68,9% региональных дорог. А в этом году, благодаря нацпроекту, этот показатель составит 76%. Для этого обновят 3360 километров региональной опорной сети. Так в нормативное состояние приведут трассу Тверь-Латошино-Шаховская-Уваровка. Она связывает Тверскую и Московскую области, а также соединяет две федеральные дороги М9 Балтия и М10 Россия. По ней проходят основные маршруты пассажирских и грузовых перевозок. А в Псковской и Смоленской областях ремонтируют автодорогу Ольша-Велиш у Святой Невель. В прошлом сезоне подрядчики обновили 9 километров 700 метров. А в этом году в нормативное состояние приведут еще 4 участка общей протяженностью 39 километров 100 метров. Хороших вам новостей!